В рамках акции «Гражданский мониторинг» член общественного совета при ОМВД России по Одинцовскому округу Нина Дьячкова проверила работу дежурной части первого отдела полиции. Она уделила внимание ведению документации по приему и регистрации заявлений и сообщений граждан, побеседовала с сотрудниками дежурной смены, осмотрела основные служебные помещения. Отметила наличие информационных стендов и актуальность указанных номеров телефонов.